Всем привет! До Нового года осталось 3 дня, и мы решили приготовить жареный рис с грудинкой и креветками в ананасе по-тайски. Угу. Для этого нам понадобится 1 ананас, рис грамм 300-400. Это уже готовый, да, вареный. Да. Рис. 2-3 яйца, 1 лук, корень имбиря. Ну, если его нет, то и не нужно. Ничего страшного. Да. 4 зубчика чеснока, орешки кешью жареные, предварительно я их уже пожарила. Грудинку. Ну, то есть покупаете орешки вы сырыми, поджариваете немного. Как вам нравится. Mm-hmm. Небольшую грудинку, вот одну штучку я взяла, зелень, лук, кинзу для украшения. Mm-hmm. Зеленый горошек замороженный, можно и не брать, это уже кому как нравится. Ну, в смысле, можно и без горошка добавить, сварить. И креветки. Креветки желательно, конечно, использовать сырые, замороженные. Но мы не нашли больших креветок сырых. Угу. Поэтому мы взяли вареные креветки. Ничего страшного, они тоже подойдут. Также нам понадобится соевый соус 2 столовые ложки, рыбный соус 2 столовые ложки, 1 столовая ложка сахара и соль по вкусу. Угу. Все, теперь будем готовить. И начнем мы в первую очередь с ананаса, с разделывания. Угу. Разделить пополам. Угу. Ну, окей, приступим. Так, срезаем тут ненужности всякие снизу немного. Так, эту ботву оставляем, так как она нужна для красоты, я так понимаю. Угу. И делим ананас наполовину, да, пополам режем. Так, благо ананасы хранятся долго. Так, ну вот две половинки ананаса. Вот эта часть сложно далась. Видимо, когда он более свежий, легче режется. В общем, вычищаем изнутри всю мякоть ананаса. Желательно поаккуратнее это сделать. Выложить мякоть на тарелку. И потом дальше мы будем продолжать, да, использовать эту мякоть? Да, эту мякоть мы будем добавлять в рис. Угу. Для этого нам нужно будет эту мякоть нарезать на квадратики, кубики мелкие. Угу. Ну, у меня... Сейчас нам как бы чашечку, да, приготовить, ага, тарелку. Не так аккуратно у меня получается. Я думаю, у вас получится это лучше. Все приходит с опытом. Так. Ну вот, в общем, так. Примерно. Насколько это возможно, мы вычищаем мякоть ананаса из ананаса. Ну все, я думаю, достаточно, да? Потому что это будет использоваться как посуда, впоследствии просто выбрасывается. Также вторую часть. Также поступаем за второй половинкой. Итак, мы все приготовили. Для приготовления риса с грудинкой и креветками мы нарезали саму грудинку квадратиками, кубиками, ананас, разбили яйца, зелень нарезали, чеснок нарезали мелко, имбирь, лук и также очистили креветки. У креветок, так, кстати, есть такая особенность, в смысле в очищении креветок, когда чистите, вот этот кусочек оставляете, потому что если его убрать, то отделиться может хвостик, да. А хвостик нам нужно оставлять, чтобы... Все, очищайте, кроме вот последнего, этого, последнего звена или как-то. Все, ставим сковородку на газ, наливаем... Масло накопилось, закидываем сразу лук, чеснок и имбирь вместе. Все перемешиваем и жарим 1 минуту примерно. Следом закидываем грудинку. Все перемешиваем и жарим примерно 5 минут. На большом огне, да? На среднем огне. На среднем огне. Обжарилась грудинка. И далее добавляем горошек зеленый. Примерно грамм сколько? 100 грамм примерно. 100. Также все перемешиваем и жарим примерно еще минутку. Ну, горошек, кстати, свежий, зеленый. В нашем случае замороженное, а в вашем случае, возможно, какой будет свежий. Да. Но либо свежий, либо никакой. Лучше не добавляйте тогда. И сколько обжариваем? Примерно обжариваем 1 минуту.
Потом будем добавлять яйца. Я думаю, уже можно будет добавлять Горошки, яйца. Да, яйца. Мы добавляем яйца и сразу же нужно мешать. Добавляем креветки, так как они у нас вареные, поэтому мы их добавляем практически в конце. Сразу буквально же. За минут 5, да? Да, буквально за минут 5. А если у вас они свежие, замороженные, то их надо добавлять сразу же с грудинкой. Обжаривать. Сразу же добавляем рис. Рис уже вареный, напоминаю. Рис. Ананасы. Все сразу понятно. Ну, потому что у нас уже все готовое. И все это перемешиваем. Аккуратно. Итак, тщательно все перемешали. Добавляем теперь все приправы, что у нас есть. Добавляем карри немного. Можно добавлять. Для тех, кто любит, можно не добавлять. Да, если у кого-то аллергия или просто... испытываете личную неприязнь к карри, можете не добавлять. Сразу же добавляем соевый соус, рыбный соус, немного орешек кэшью, а остальную половинку мы оставим для украшения. Так, сахар, не забываем соль. Соль нужно добавлять по вкусу. Сейчас я добавлю чуть-чуть. Все перемешаю вот так, и потом попробуем, нужно ли будет добавлять еще соль или нет. И все перемешиваем и жарим еще где-то 2-3 минутки. Мы, кстати, солим корейской солью, южнокорейской солью. Вкусовая соль называется массовым или массовым. Так, смотрите, какая у нас получается масса красивая. Аппетитная. Аж хочется Малибу открыть. Что, может, мы егермейстер под это дело попробуем? Или белый ром? Мы можем. Или шампанское? А, давай шампанское. Это же в ананасах. Да. Как раз молдавское, да? Ну, давай попробуем. Так, вот тщательно перемешали. Сейчас мы попробуем на соль. Угу. Ты попробуешь. Нет, сама попробуй. Я тебе полностью доверяю. Готово? Угу, все готово, но мне кажется, соли больше не нужно. Соль это на любителя. Кто любит побольше, побольше. Мы поменьше, значит поменьше. Все, осталось сервировать. Все это, да, мы выложим аккуратно в наши чашечки ананасовые. И украсим зеленью. Все, встретимся на дегустации. Та-дам! Ну вот, что у нас получилось. И самая главная радость. Уговорил я маму бутылочку шампанского под такое дело. Почему бы не открыть? Ну-ка, мама, подержите, пожалуйста. Так. Газированный винный напиток или вино. Так. Бахнет, не бахнет. Подальше встать? Нет. Да, еще этот. Ананасы будут у нас с этим шампанским. Как манды, помнишь, с водкой я с братом кушал в Ташкенте. Та-дам! Ну-ка, выплюнь зуб. Ну-ка. Ой, блин. Все, давайте уже, все, режим начался, господа. Давайте. И за такая ты там попадешь в кадр. Пошло, хорошо.
Эх, нелегкая эта работа. О, ничего себе, как пробку раздуло. Назад ее не воткнешь. Так что он придется выпить. Так, а так не хотелось. Ну давайте, мама. Тост за новое блюдо. Я его пробовал, правда, в Таиланде. Чин-чин. Ммм, как пахнет. Вкусное, сладкое такое. Шампанское. Обалдеть. Ну давай приступим. А то шампанское без риса в ананасе, деньги на ветер. Возьму креветочку сначала. Ага, аж там салют кто-то запустил на улице. Какая креветочка. Обалдеть. Грудинка. Ананасик, ананасик надо. Ну как блюдо? Для меня это в новинку первый раз. Не знаю, должно быть таким или нет. Но по вкусу мне нравится, вкусно. Вкус необычный, да, но вкусно. Еще бы при таких ингредиентах. Ну что, мама, давайте еще один тост. И дальше уже будем без камеры. Так, я, пожалуй, поднимаю этот бокал за всех наших подписчиков, которых на сегодняшний день уже 600. Всем спасибо. Всем здоровья. Берегите себя. Экономьте деньги. Живите счастливо. За мир во всем мире. Всем всего хорошего. Пока. Пока.